Азофидес. Род трилобитов из отряда Азофид, семейство Азофидов. Появился этот род в конце Кембрия и просуществовал почти весь Ордовик, от Тримадокского до Нижнего Ашгильского Ярусов, от 488 до 449 миллионов лет назад. Эти членистоногие были бентосными организмами, быстро движущимися, и были детритофагами. Окаменелые останки были найдены в отложениях Ордовика, Канады, Китая, Чехии, Ирландии, Италии, Швеции и Соединенного Королевства. Также в отложениях Ландоверийского яруса Китая, Ореникского яруса Аргентины и Китая. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал или вступите в группу канала, ссылка будет в описании, поддержите проект.